Евгений Калешин сказал: «Осипов и Картау сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире. Почему в футболе так не можем сделать?» Я смотрел испанскую медиалигу. Это пародия, смешная, вообще это Пике что сделал. Для меня это даже близко не то, что здесь делают. Но это же ребята Осипов, там Картау, они же сделали. Да. Уникальнейший продукт, вообще аналогов нет в мире. Но они же сделали, это же наши мозги, это люди русские сделали. Наши россияне сделали. Почему мы не можем в футболе так сделать? Вот что мешает, то почему? Неверие, вот что мешает.